Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Внимание! 29 января с 10 до 17 обувная компания «Вахруши» принимает на реставрацию мужскую и женскую обувь «Пимы» только по адресу улица Островского, 74, дом быта «Ретро». Телефон 8-953-135-5101. Устали проводить семейные вечера за уроками? Надоели проблемы с оценками? Детский центр «Жемчужина» открывают группы продленного дня. Вашего ребенка заберут из школы, активно с ним погуляют, помогут сделать домашнее задание, создадут активный интеллектуально-творческий досуг, уклон на русский язык, чтение. Возможность до конца учебного года без дополнительных затрат улучшить качество чтения и письма. Также открыт набор в группу «Я сам» для самых маленьких от года до 3,5 лет. Занятия по комплексному развитию, творческая мастерская, чтение сказок и музыкальные занятия, адаптация к детскому саду. Развитие и общение ребенку, свободное время маме. Подробности и запись по телефонам 8-912-567-93-95 и 8-909-125-79-84. 27 и 28 января в торговом центре «Нефтяник», 29 и 30 января в «Рембо-технике» состоится продажа оленины. Предприятию требуется для работы в городе Печоре. Производитель работ – машинист козлового крана, электрик, сварщик. С опытом работы. Обращаться вы можете по телефонам 7-69-22 и 7-72-12. В связи с расширением штата в столовую и кафе срочно требуется повар горячего и салатного цеха. График работы 3/4 с 11 и нормированный рабочий день. Зарплата от 40 тысяч рублей. Повар горячего цеха. График работы 5/2 с 12 до 23 часов. Зарплата от 40 тысяч рублей. Повар сушист. График работы скользящий 5/2 с 12 до 23. Зарплата от 40 тысяч рублей. Бармен. График работы 2/2 с 11 до 23 часов. Зарплата от 23 тысяч рублей. Бармен. График работы 3/4 с 12 часов. Ненормированный рабочий день. Зарплата 20 тысяч рублей. Официанты. График работы 3/4. Зарплата почасовая. Водитель-экспедитор. График работы 6/1 с 8 до 17 часов. Зарплата 40 тысяч рублей. Иногородним поварам предоставляется благоустроенное жилье за счет предприятия. В часы работы предоставляется двухразовое питание за счет предприятия. Дни обучения оплачиваются. Своевременная заработная плата. Развоз сотрудников по домам после 21 часа. Обращаться в будние дни с 9 до 20 часов. Телефон 8-912-124-3012. В управляющую компанию требуется бригада штукатуров-маляров для ремонта подъездов многоквартирных домов. Оплата пятиэтажный подъезд от 50 тысяч рублей. Обращаться в будние дни с 8 до 17 часов по телефонам 70753 и 8-912-954-2592. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.